В Черкесске открылась выставка работ народных умельцев из Адыгеи. Этот регион России, как и Карачаево-Черкесия, в текущем году отмечает столетний юбилей. А потому взаимные мероприятия этих республик, а также Кабардино-Балкарии, проходят одно за другим. В картинной галерее Черкесска побывал наш корреспондент Артур Мхце. В нынешнем году сразу три региона Северного Кавказа отмечают столетние юбилеи. Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия – это и красивая природа с гостеприимными жителями, и многовековые традиции, которые передаются из поколения в поколение. И лучший способ сохранить их на столетия – это искусство. В рамках межрегиональной программы в эти дни в нашей республике проходит выставка народных умельцев из Адыгеи. Естественно, в рамках празднования столетия республик вот эти вот взаимные выставки проходят. Авторы – самодеятельные мастера, которые стараются восстановить, воссоздать древний народный орнамент, сохранить его и использовать в своих работах творческих. Одним из авторов, представленных на выставке работ, является заслуженный художник Адыгеи Гашифиж Абредж. Качество и оригинальный стиль ее вышивок отметили и посетившие картинную галерею Черкесска местные умельцы. Было очень любопытно поделиться опытом в плетении, как они плетут, как мы плетем. Немножечко есть отличия. Поэтому тоже будем использовать такую технологию. В чем, в первую очередь? Ну вот наматывание, само наматывание нити немножечко у нас отличается. Мы между собой нити сматываем, а они наматывают на леску. На каждую работу мастерицы из соседнего региона тратили недели, а то и месяцы. Зато и результат получился на загляденье. И, что не менее важно, позволяет умельцам из разных регионов делиться опытом, рассказывать о традициях своих народов широкой зрительской аудитории. Мы чувствуем действительно, что это столетие, этот праздник, он для наших республик важен. Со своей стороны, мы тоже подготовили большую программу, а наш музей, наши мастера проведут такое же мероприятие в двух республиках. Язык искусства всегда объединяет. Выставка в картинной галерее продлится до 18 июня. Любой желающий может поучаствовать в мастер-классе от народных умельцев из Адыгеи. В скором времени экспозиции уже художников из Карачаево-Черкесии ожидаются и в Майкопе, и в Нальчике. Кроме того, в сентябре три региона юбиляра проведут в Московском Кремлевском дворце большую совместную выставку и общий концерт. Артур Мхце, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.